сегодняшний матч. Гриффиндор против Пуффендуя. Кажется, это Снитч. Так, где Снитч? Это ловец команды Пуффендуй. Бладжер! Завтра у него будет синяк. Да насрать мне на синяки как-то. Смотрите на Поттера. Он гонится за Снитчем. Да блин, Снитч. Прямо за мной был. Поттер почти поймал его. Ты чё? Осторожней, это Бладжер. Так, давай. Иди сюда, Поттер, куда ты летаешь? Посмотрите на Поттера. Поттер уже совсем близко. Посмотрите на ловцов! Ой, это, наверное, больно! Нет! Что там тебе нет? Ты чё, контузио? Да чёрт, подожди ты! Давай, Поттер, не сдавайся! Бладжер! Где? Чёрт, Бладжер за мной! Или Джорджем. Не могу сказать, кем именно. Чёрт, я не могу найти этого Снитча. Чуть не задело. А, вот он где летит. Говнючок. Поттер летит. Осторожней, это Бладжер. Вау, да черт, это Бладжер. Не теряй его из виду. Да не хэп, а. Зрители уже на ногах. Давай, Гарри Поттер. Он упустил его. Потрясающе! Он упустил Снитч! Потрясающе он упустил Снитч? Что? Он приближается! Что тут потрясающего? Гарри Поттер почти настиг Снитч! Ой, команде Гриффиндор не повезло! Ой, извините! Это ловец команды Гриффиндор! Это изумительно! Поттера задело! Да черт, Поттер подохнет скоро! Поттер догоняет! Нельзя проиграть этот матч! Чёрт, вы Бладжер. Да блин, ловись, а. Гриффиндор! Ой, простите, профессор. Ты сказал эту фразу наконец-то. Вот это полет! Вот такие комментарии, кстати, в пейсе нужны. Так, давай, почти! Почти! Куда ты летишь? Давай, Гарри! Ой, извините, профессор. Не теряй его из виду! Да как? О нет, Снитч исчез! Куда он исчез? Он уклоняется от Бладжера! Бладжер! Спасибо, что вратарь бросается на перехват и промахивается! Ух, чуть не задело! Черт, я скоро сдохну! Давай, Гарри! Последний! Поттер увидел Снитч. Поттер уже совсем близко. Посмотрите на ловцов. Ай-яй-яй-яй-яй, это больно. Потрясающе не вышло. Потрясающе не вышло. Да что тут потрясающего? Поттера задело. Бладжер. Жается. Черт. Он упустил его. Да улетает это говно. Вообще поймаем его или как? Он за Снитчем. Он упустил Снитч. Я упустил Снитч. Это изумительно. Вперед, Гриффиндор. Ой, простите, профессор. Прямо... Отлично поймал. Он поймал его. Гриффиндор. Все, три победы подряд. Это вин. Выиграла команда Гриффиндор. Три победы. Отлично. Джордан, желаю удачи! Это было нелегко. Итого мы на первом месте со счетом 220-10. Они всего один гол забили, что? Но здесь вот Слизерин на втором. И мы заново переигрываем три матча, то есть до 6 побед. Меня зовут Ли Джордан, и сегодня великолепная погода в самый раз для Квиддича! Так, мы порвем Слизеринцев. Против Слизерина! Поехали. Вратарь бросается на перехват. И отбивает!
Наверное, это больно. Он уклоняется от Бладжера. Больно, ни хрена себе, наверное. Бладжер! Смотрите на Поттера. Он гонится за Снитчем. Да черт! Моей команде Гриффиндор не повезло. Ой, извините. Куда ты улетаешь, а? Поттер летит. Посмотрите на Поттера. Он упустил его. Давай, Поттер, не сдавайся. Такие, как я, не сдаются обычно. Это ловец команды Гриффиндор. По крайней мере, в таких играх. Гарри, еще чуть-чуть. Он приближается. Стой! Во! Отлично! Гриффиндор ведет. Гриффиндор выигрывает. 4 победы подряд. Слизерин уже дважды проиграл нам. Так, 100? Каким фигом они забили сотку? Ладно, 2-2 у них. А эти по 1-3. Почти что с небольшим отрывом, 10 очков всего. Но еще 2 раунда впереди. И все может решиться. Но мне кажется, вообще, даже если мы выиграем сейчас, все, уже победа нам обеспечена в любом случае. Поэтому потом нужно слегка расслабиться, но... Лучше нет, расслабляться. Это Снитч! Ау! Вообще, конечно, я думаю, мы потом поиграем еще в Квиддич. Именно есть такая игра, Гарри Поттер Квиддич. Специальная. Именно Квиддич, там все более круче подано. Вот отлично поймали очень быстро. Прекрасно исполнено. Да, согласен. 5-0. Меня зовут Ли Джордан, желаю удачи. В общем, думаю, мы в будущем в эту игру поиграем. О, в сухую! 220-0, что? Так, Пуффендуй сунул Слизеринов. Ну что же, сейчас, думаю, уже Когтевран может одержать 5-е поражение. А мы можем в общем, получить 6-ю победу. О, вечер настал! И сегодня великолепная погода в самый раз для Квиддича! Вот это поворот, вечер! Пуффендуя. Смотрите, красота. Вечер. Квофл у команды Пуффендуй. Так, я уже вижу. Кажется, Снитч. Это Снитч. Он уклоняется от Бладжера. Это ловец команды Гриффиндор. Поттер догоняет. Не теряй его из виду. Поттера. Блин, звуки слегка заедает. Чуть, куда он полетел? Что со звуками? Ух, чуть не задело! Осторожней, это Бладжер! Бладжер, я там его как-то не увидел. Увидел Снитч! Давай, куда улетаешь? Я как могу. Извините, профессор. Стой! Отлично! 6-я победа! Это 100% вин. Зачем нам текстура внутренности Гарри показывать? 10. Тоже почти в сухую. Так, мы являемся победителями. 6-0. Никаких поражений. Ну, дальше уже понятно. Снизу не, конечно же, на втором месте. Так, и финал. Гранд Файнлс. Почему-то я об этом подумал. Ладно. Сегодня нам предстоит увидеть великолепную игру. Последняя игра. Гриффиндор против Слизерина. Финал. Поехали. Вратарь бросается на перехват и промахивается. Так, я уже там вижу Снитч. Что-то блеснуло. Это Снитч или мне показалось? Смотрите на Поттера. Он гонится за Снитчем. Нет! Ух, чуть не задело. Слизерин. В общем, если вы захотите... Блин, короче, я потом договорю. Ибо этот придурок болтает и мешает мне. Бладжер! Да ё-моё. Осторожней, это Бладжер! Я его почти поймал. Вот это полёт! Ну, Слизерин, конечно, всеми силами попытается помешать мне. Ой. Ты откуда появился? Профессор. Отлично! Победа в Гранд Файнлс. Команда Гриффиндор выиграла. Будет ли второй раунд? Превосходно!
Тут Best of 3 или Best of 1, интересно. Меня зовут Ли Джордан, желаю удачи. Так, окей, чемпионы, мы чемпионы. Отлично, Лига Квиддича, мы ее тоже прошли. Тренировку смысла нет показывать. В общем, что я хотел сказать. Я как и говорил, есть игра отдельная, Гарри Поттер Квиддич, там все про Квиддич, именно эти 4 факультета команды. За них можно, за любой факультет играть, там есть очень прикольное обучение. Там много чего есть, там приемы, т.д. т.п. А, конечно, легче значительный, но... В общем, как-то так. А потом еще, после того, как мы пройдем, так сказать, лигу за один из факультетов, можно будет поиграть за национальные команды, Англию, там, т.д. т.п. за все. То есть они постепенно открываются, там карточки, естественно, есть. Как же без них? Как же без карточек? Вот. В общем... Там очень прикольная игра, если вы хотите ее увидеть, то пишите в комментариях, я ее обязательно сыграю. Я даже специально скачал, дабы посмотреть, поиграть. Но я пока не играл, я буду ждать вашего мнения, подожду полмесяца и дождусь мнения, и потом уже, может быть, поиграю. Ну, игра хорошая, очень мне в то время игра мне понравилась. В общем, я завершаю прохождение Гарри Поттера и Философского камня, ждите новых прохождений, летсплеев и так далее. И так далее. Я сейчас, наверное, уже в часть к школу пойдет, потому что это будет где-то под конец как раз-таки августа, последняя серия будет. В общем, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всего хорошего. С вами был я, Павел Первый. И пока-пока.